Свято-Успенская Святогорская Лавра представляет православный календарь. Во вторник 3 октября Святая Церковь воспоминает святых мучеников-исповедников, жизнь свою за веру во Христа положивших. Черниговский князь Михаил Всеволодович за отказ исполнять языческие обряды был казнен татарами вместе со своим боярином Феодором в Орде по приказу хана Батыя. Он стал одним из самых почитаемых русских святых. Его мученический подвиг олицетворял несломленность Святой Руси и давал его соотечественникам надежду на избавление от постыдного рабства. Также в этот день чтится память благоверного князя Олега Брянского, внука князя-мученика Михаила Черниговского. Святой Олег был равнодушен к мирским благам, к богатству и славе. Больше всего его привлекала монашеская жизнь. Потому, уступив престол брату, принял постриг с именем Василий. Святой Олег был известен строгостью монашеской жизни. Он мирно скончался в своем монастыре в конце 13 века. В день отдания праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня Православная Церковь также совершает память святого, именуемого в разных источниках русским Златоустом, великого святителя Дмитрия Ростовского. В среду 4 октября воспоминается обретение честных мощей угодника Божия, частица которых находится и в Святогорской Лавре. Левый предел ее Успенского собора посвящен трем святителям, в числе которых святитель Дмитрий Ростовский. Также в этот день исполняется ровно 25 лет со дня возвращения в родную Святогорскую обитель чудотворной Святогорской иконы Пресвятой Богородицы. В советское время икона была чудом сохранена верующими людьми. 4 октября 1992 года святыню торжественно перенесли из города Славянска в Святогорский монастырь и поставили в Успенском соборе. С каждым годом растет почитание Святогорской обители, прославившейся многими чудесами, о чем свидетельствуют многочисленные дары благодарных паломников. Все это – дар людей Царицы Небесной, видимый знак любви и благодарности за полученное от нее исцеление и благодатную помощь. В воскресенье 8 октября Святая Церковь празднует память великого своего светильника, молитвенника и заступника земли русской, преподобного Сергия Радонежского, нареченного ею игуменом всея Руси. Основатель Троицы Сергиевой обители, учитель и наставник целого сонма почитаемых нами святых, он поистине является игуменом и небесным покровителем земли русской, образом кротости и смирения для монахов и мирян. В день памяти преподобного Сергия Радонежского престольный праздник отмечают в Лавровском скиту всех скорбящих радость села Богородичная. Престол одного из скитских храмов освящен в честь этого великого святого. Преподобный Сергий является покровителем святой обители и через это небесным заступником всего Донецкого края. Следите за новостями Свято-Успенской Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях.